И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же Unlucky Genesis Reborn. И сегодня мы пойдем томить всяких светлячков. За кадром ничего не было практически, ну там по мелочи. Поэтому без лишних разговоров, рассуждений и так далее, мы идем куда? Правильно, за светляками. Единственное, что еще немножечко посмотрел видосик у чувака, и по сути, после того, как он притомил эрфачей, он уже стал, ну, то есть обычных эрфачей, он уже стал прайм индоминус рексов, прайм рексов томить и так далее. Ну, как томить? Он стал их доводить до состояния «Да твою мать, я сейчас сдохну!» и высирание яйца. Вот, поэтому... Воу, добрый вечер. Ты теперь там тусуешься, окей. Вот, поэтому как бы в этом плане тоже есть смысл задуматься о том, чтобы кого-нибудь из таких начать томить. Но для этого мне нужно что? Правильно, мне нужно... Нечто больше. Вот интересно, эти как. Ладно, неважно. Нечто больше, чем простой мишка. Это тоже стоит об этом думать. Или как минимум их нужно два. Вообще желательно мне альфачей притомить таких, которые будут размножаться. Это дополнительный урон, это дополнительная защита. Что немаловажно. К этому как-нибудь потом вернемся. Так, что у меня? Во, яркость не врубалась, что-то. Вот, к этому потом вернемся, но сейчас у нас самое главное — это светляки. Томить в первую очередь. Так, там, если не ошибаюсь, обычные же, да, должны быть светляки? Типа светорок, лампадок и все в таком духе. Допустим. Да, уж вас-то не так-то уж и много. Светорок. Лампадок. Тоже у вас не так-то уж и много. Здесь в целом левел не важен какой. Лучий хвост. И кто у нас еще есть? Светорок, олененок. Песель, луч ход. А, яснокрыл. Яснокрыл. Тоже как бы немало. Но, кстати, вот здесь-то уже их полегче будет искаться на острове. Вот лучехвостов мало. Это, конечно, проблемка. Но их вроде бы можно будет схватить и перетащить. Лампадогу тоже. То есть вся проблема будет с яснокрылом. Потому что он летает и так далее. Томятся они с помощью семян X-растений, либо семена мажаберки. Это вроде бы должно быть у меня. Томятся они именно что пассивом. То есть они прям пассивочкой томятся. Что мы сейчас и проверим. Нужны они мне для того, чтобы пассивно добывались кристаллы, то есть красные, синие, зеленые и газ. Именно для этого они мне в первую очередь и нужны. Так, также летим на синий обелиск и на свой островок. Опять свой. Ну, можно так сказать, свой. То есть там, где я изначально хотел строиться. Но меня бесили звуки, которые там были. Кстати, звуки исчезли, я не знаю, что это было такое. Так, по ресурсам там что-то не очень. Так что не будем сильно заморачиваться. Так, здесь у нас был альфа-мантис, так что нужно быть поаккуратнее. Ну и давай начнем с яснокрыла. Он у нас на этом островке. 270 левел, это не маленький левел. Мне он, конечно, и не нужен, большой-то левел. Мне, по сути, нужен, чтобы вот он был, и чтобы он накидывал на халяву мне ресурсов. Но посмотрим. Посмотрим вообще, как он будет томиться. А точнее, сколько он будет требовать семок.
для того, чтобы его приручить. Да, добрый вечер, ты серьезно? Слышь, а я сейчас Мишаню позову. Будешь выпендриваться. Так. О, две семки можжебырки. Растение их, семки можжебырки. Да сушит вообще огонь. То есть можжебырка тоже супер. Так. А, пораженная виверна. Да, вроде пока проблем-то и нету. Кроме вот этих пиздюков, которые и так хорошо разлетаются. Так. Сейчас будет самая основная проблема, это дождаться, пока он приземлится. Это я точно могу сказать. С этим здесь конкретная всегда беда. О! Свитерок, мать твою! Алло, братан, стоять! А ну, через пассив? Ну? В последний? А, ты не... О, кстати, клево. Семена можжебери? А почему, какого фига? Ой, ты там, короче, давай вот... Да еб... Хорош, у меня свитерок на плече! Ты, урод! Я тебя сейчас завалю нафиг, тварь, будешь! Ах ты ж, тварина! Чтоб тебя тварь калася! Ну, кранты тебе, уродина! Так... Хотя, не, погоди! Ты, конечно, это хорошо, но мы летаем. Но ты тварь, ты, ёб твою же за ногу. Чтоб тебе, козлиные колося. Мочи его! Красава! Просто затащил. Вообще, я тебя, это, спускал, чтобы тебе, это, хп-ху подняли. Отлично. Так. Немножко разобраться с одной тварью. С одной разобрались. Теперь... На нафиг, с другой погнали. Надеюсь, свитерок у меня на плече не сдохнет. Так. Кто там обижал меня? И остров. Козел. Вообще не думал, что я ваншотну. Ну, честно, я не думал, что я ваншотну. Правим топор, хитиные перчатки, пика. Тут такое, смысла нет. Так, теперь вопрос к Рожику. Где светорожик? Так, трупешник, трупешник, трупешник. Это тоже трупешник. Ой, а тут аж два трупешника. О, муравьи. А, а где светорога? Это Додоха. А, вон светорога. Посторонись. Это что там за... Бэйби Камсагна. Ёпарасоты. Вот там сопелька вот эта вот. Это Камсагнат. Это кошмар. О! А теперь можно. Ну, слышь. Эй! Хорош, сбрасывает ресурсы. Так. Короче. Короче, иди сюда. Погнали до дома. Что-то я вас нашел слишком быстро, как я даже не думал это. Так, всех зацепил? Всех зацепил. Что-то я, кстати, протупил. Я же мог их сразу закинуть в это. Сюда. Туда. Сюда. Сюда. Туда. Ну, я и тупой. О, эликсир. Кайф. Эликсир, наверное, раз в 6 часов появляется, а кибл раз в 2 часа. Потому что у меня уже 3 кибла появилось, а это, наверное, я не знаю, но это первый эликсир появился, который. Хе-хе, клево. Теперь мне есть... А неплохо так они ресурсов накидывают. И дали? Пока я базарил, уже 3. Ну, в смысле, по одному было. А, неплохо. То есть мне нужно их... Ну, в общем, нужно будет их в количестве, понятное дело, томить. Но... Не в таком уж и большом, как я думал изначально. Так, это выкинем нафиг.
Самое хорошо, что 7 мажаберок мне достаточно будет. Так, опачки, давай свою медвежью жопу двигай. Так, ладно, и так пока пойдет. Теперь. Да задолбали вы меня спавниться у меня здесь на территории. Просто бесите. Так, теперь. А погоди. Давай посмотрим. Лучий хвост. Вот с лучи хвостами у нас имеются некие проблемки. В том плане, что их очень мало на локации. Давай last remote location. Remote location. И пробовать искать. Да, уж хорошее место выбрал, чувак. Это ужасно. Я думаю, что огроменный шанс, что я даже не успею прилететь к нему, как он уже сдохнет. Смотрим обязательно на расстояние. У нас есть огромный шанс не успеть. Ох, Касабланка. О, красава. Да пошел ты. Свали нафиг от лучи хвоста. Тварь. Вот про что я имею в виду. Вот почему я и начал именно с того острова сразу же тусить там, потому что, ну, побезопаснее. Ноги переломаю себе. Так, надо теперь где-нибудь стопнуться. И посмотреть другого. Кстати, я так ни разу не засек, а зависает ли запись в момент, когда я вот этого запускаю все это дело. Звук, в смысле. Так, накрыл. Лучехвост. Мне нужен лучехвост и лампадок. Лучехвост какой-то кристалл даст? Зеленый, походу, делал. А лампадок, он вроде бы газ дает. Ой, ну давай к этому попробуем. Это поближе. Но есть огромный шанс, что сейчас он точно так же исчезнет. Я, конечно, не думал, что светорога это найду на том же острове, и типа это будет быстро. Просто 2 из 4 уже сразу же пам за раз, и все. Это, конечно, кайф, но проблема будет именно вот с этими. Они тусуются не в тех местах, где нужно. Говорили вам. Не тусуйтесь с плохими детишками. Так, так, так. Да вот тут вроде безопасно. О, отлично. Так. Ну, раз пошла такая пенка, давай еще сразу же, пока лучехвоста еще есть на карте существует. Да ёб твою ж, взлетай! О! Он так резко падал сквозь деревья, я думал, все, мне кирдык будет. В общем, попробуем еще сейчас лучехвоста притомить. Благо, крылышки модовские летают прям вообще огонь. Супер. Это намного быстрее, чем на любом летуне, поэтому, во-первых, это быстрее. Добрый вечер. Вот, а во-вторых, ну сдохну я, ну и что, ну починю шмотки. А вот сдохнет Динос, мне будет очень сильно обидно, жалко. О, здорово. Есть шансы. Есть огроменные шансы. Но шансы утекли сквозь текстуру. Ясно крыл. Кстати. И лучший хвост. Ну. Новые козлы, короче. Так, мне не нравится. Здесь какой-то звук был. Очень не нравится звук. Вот где-то с той стороны. А почему бы нет? Могу. Уёб, твой ж. Мелкий испугал меня. Ну прям под ноги бежал. Мне очень не нравятся там звуки оттуда. Так. Опа, чё?
Опа, чё? Стайнбьорн. Ну, слушай. А давай. Альфа Пауэр Билл. Бир. Я все равно так и так тусу и жду. Стайнбьорн. Чё-то с него вроде бы дропается, но я не помню, чё. Альфа... И это детеныш Альфа! Да ну нафиг. Вот этот прикол. Так, ну давай тебя... Чего, мать твою? Прикол. А, Стайбьерн. Это не тот, который в пещерах тусил на фьордах? Чё-то не помню. Так, но все равно хочу ППшечку качаем. Блин! Мелкий... Чё, их там аж два заспавнилось? Вашуш-машуш. Вашуш-машуш! Госмантикора! Да ты серьезно? Просто это есть шанс, что я-то отвалюсь-то и насрать, как я уже говорил. А вот если этот Мишка, то это будет очень сильно обидно. Так. Ну слушай, они так все еще тусуются в пещере. Козлы. Но здесь, по сути, ничего не сделаешь. Здесь только немножечко подождать. Они никак не выманиваются, ничего не сделается, да? И здесь у нас, по сути, нету ничего такого, чтобы как-то вот что-то где-то как-то зачем-то. Да, вон это, яснокрыл-то летает, но... Я думаю, из пещеры-то он и не вылезет. Но основное, конечно, это у меня лучехвост, который не хочет вылазить из пещеры. Это самая такая для меня проблемка. Ладно, другого пошарим. Другой-то находится в большей жопе. Другой находится на острове. Так, ну давай еще посмотрим. Так, вот этот. Эй, ну здорово, ну ты че толкаешься? Жирный, что ли? Дракончик здесь тусился. Дрейк. Флейм Дрейк. Да. Его бы притомить тоже было бы неплохо. Огненный Дрейк, эта штука хорошая. Но для этого мне нужны киблы. Голдудох нужно будет тоже сегодня притомить. Обязательно. Вот он еще один. Да. Это же с фьордов этот мишенька. Его притомить можно. Исключительно корм. Ну ладно. Так, все, что с него дропается, дропается мне в инвентарь. Угу. Ну слушай, прикольно, с него рецептики какие-то дропаются, и не только. То есть... О! Элемент! Да ну нафиг. Это интересно. Вот только мне сейчас интересно. Ну, то есть, перец заспавнивается или нет? Кстати, мантикора. Она где-то тусуется. А, ого. Она около моего дома тусуется. Окей. Так, мне нужен... ССС. С... Как там он назывался-то? Симакроп, Скандрейк. Стайнбьорн. 14 штук! Не, ну такое большое число, это точно они перезаспавливаются. 290 левел.
То есть его еще можно притомить, но зачем? Так, вот это уже интересно. Почему? Я хочу посмотреть. Ага, отлично. С них с каждого дропается по 30 элементов или нет? Да ну нафиг. С альфачом это просто на изи-бризе его же это... повальнуть. На тебе еще здоровечко. И давай. Газуй до дома. Пока-пока, Мишка. Скоро вызову. Так, погнали. Сгонял так я как-то за лучехвостом. Здорово. О-о-о, титанозавр. Слушай, корм, седло, а? Что? О-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. 285-й? Нет, точно я его трогать не буду. Это большой левел. Эй, братан! Ты знаешь, что это на дереве? Говорят, что медведи не летают. С чего бы это? Почти попал даже. Серьезно, я в ветку попал. Или в само дерево. Хобана! И падает вниз. Я тоже падаю вниз. Так. Твою мать! Там же Додо Рекс! А тут Флейм Дрейк! Ну, конечно! О! А там какой? 95-й! Отлично! Вот и затестим втройне. Мишаня! Спасай! Спасибо. Ой, ты там миньонов вызвал? Так, ты мне мешался. Так, вот это мы убираем. Вот этих мы мочим. Слушай, реально 30! То есть с каждого, даже с дрящевого левела, дают по 30-ке. Охренеть. Ну это как за убийство босса на фьордах было. Твою мать, вот это кайф! Вот это я понимаю. А, седло на топе же выбил. Класс. Ну хорошо. Теперь у меня есть немножечко элемента. И я могу поставить себе тег-репликатор. Там уже тег-генератор теоретически. То есть вопрос только единственное, откуда мне дальше доставать элемент. Так, надо будет потом обязательно посмотреть, с кого он еще дропается. Ну, какие у нас здесь есть босяки, с которых все это будет дропаться. Ничего несется пыль столбом. Дурак, не снеси меня-то. Так. Космонтикор. Все так еще и летает. А я... Ё-моё. Искал-то как-то я лучехвоста. А нашел 120 элемента. Да здорово, здорово. Все, я пошел уже от вас. А, стоп, куда полетел? Что-то я это, засмотрелся, задумался, перелетел. И не беги за мной. Уёб твою ж за ногу. Там стая мелких уродов. 100 метров. О, ясно крыл. Ясно крыл. Отмена. Домой. Ах ты собака! Ты что, ты смотри-ка, а еще типа не с одного раза такой. Я короче, типа, о, ты такой вообще, короче. Я-то думал, а ты-то оказался. Шок гигантопитек, флейм гигантопитек. Ну, аниме точно не нужны.
Ну давай там уже это, голодайся, сейчас мы это... С тобой вместе обедом станем чьим-нибудь. Ты-то это, подумай. Хорошенько, прежде чем улетать, скотина. Я ж пристрелить могу. А-а-а! Ну, чё я левел не глянул? Две съемки требует. Пошли уже! Пиу-пиу-пиу-пиу! А где? Потерялся. На! Это твоя мать. Отлично. А тут летает. Самоцветка капает. Как какает, блин. Нет, два самоцвета подобрал. А чё на ими какает-то? Так, у меня есть два этих, надо еще два лампадога. Два лучехвоста есть, и два лампадога тоже бы не помешало бы. Но для начала до дома положить их куда? Правильно. Нужную штучку. А, я забыл, что у меня свитерок один только. Потому что я его случайно притомил, грубо говоря. Так, это кто? Ага, ясно. И я бы так сказал, они не в самых таких хороших местах находятся. Очень далеко не в самых хороших местах находятся. Вы сами видели, мимо кого я сейчас только что пробегал. Отлично. Стоять. Вот так уже лучше. Так, единственное, что... Мне надо отсюда сдрапнуть. Так. Что? Да не самое безопасное место я решил выбрать. Не промахнулся. Бывает. Так, куда-нибудь на пляж, хотел сказать я, и улькнулся в воду. Делаю вставки, успею или нет? Да, успею. Так, мне сейчас осталось два лампадога себе тусануть. И... Отлично. И, как говорится, план минимум будет сделан. Вот, на зелененькие вошли, красненькие, синенькие. Все отлично. С этим проблем нету. Лампадоги же у нас добывают газ. Сжиженный газ. И вот с этим-то как раз-таки может быть и проблема. Давай, грузись. А, ну хотя, слушай, нормальное количество. Давай начнем с мелких. Не, давай начнем с тех, которые в нормальных местах находятся. О, так они все в нормальных местах находятся. Так, тпкаемся в зимку. А, зимка, зимушка, зима. Отлично. А, плюс-минус сейчас на то, что куда мне нужно тпхнуть. Ага. Ой, мне не нравится это место. Ну, хотя, с другой стороны, берем вот эту... Берем вот эту пушку. Ой, мне не нравится, что он в воде находится. Они прям в воде находятся. Ты понимаешь всю тупость ситуации? Ага, вот про это я говорю. Погоди. Отлично. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ну, хорошо, хоть лампадога не гасит. Не нападают на него. Брюникс! Ты от кого там огрёбся так сильно, что это... Побежал? Это он от кого-то как глушился там. Ага, вот, все. Сдох. О, летит она бо. Отлично. Ну, кстати, вот и летит она бо, можно притомить, и он вроде бы яд, что ли, будет давать. Или что-то, короче, какой-то такой ресурс он будет выдавать. А, если ее приручить. Но выдавать будет, если не закинуть в этот.
Вот туда, куда я закидываю. То есть там он вроде бы работать как раз таки не будет. Так, ладно, давай отойдем подальше. Чтоб змейка сначала агрилась на остальных, потом уже на меня. Так. Будет, думаю, сильная жопа. Так. Подумал, я подумал. И давай попробуем в другое место сгонять. В том плане, что... Давай, взлетай, козел. Отлично. Ага, другое место, да? Все же они на болотах-то только спавнятся, а? Вот, посмотри, у них, они реально, они, у них все спавны на болоте. Это проблема. Я думаю, не стоит объяснять, в чем именно проблема спавна на болотах. На болотцах спавна. Нет. Так, ну здесь я вроде бы могу... Твою мать. Поймал? Поймал. Отлично. Фью. Добрый вечер. Один есть. Это уже хорошо. Да, не сильно так уж и много урона. Ну, просто я решил проверить. Как с топора, короче. А чё, сейчас и проверим. Как с топора. Да уж, мой топор-то получше будет. Да слышь, ты чё, хренел что ли? Хилятся, тварь. Топор еще накидывают вообще. Поборзили. Так, лампадок. Будет выдавать, потому что, как я понял, газа мне нужно намного больше. Это еще хуже болото. Давай пробовать с этим болотом. Что-то тусить. Там реально еще хуже болото. Так, меч говно. Он хуже, чем мой топор. Так что это точно скидываем. Ну, разбираем, в смысле. Седло скорпиона, там всякая фигня в дропе была. Ой-ой-ой-ой-ёшечки. Мне это однозначно не нравится. Ну там фионки тусуют. Вроде как раз не сдохли, значит они еще это, там еще безопасненько. Там вот смотрю, про Церария тусуются. А вот Барионикс, добрый вечер. Ой. Че-то мне не нравятся звуки. Ага, отлично. Пока я тусил, пытался что-то сделать, он уже это... Он уже сдох. Отлично. Такие у вас хорошие тут звуки. Можно 10. Ах ты ж, твою мать. Приземлился я, конечно, на хорошее место. Тут не поспоришь. Вилка дрыхнет. Я тоже поспал. Уф. Хороший у вас тут островок. Безумие. Ой, помнится, я вон на том островке тусил. Он там строился. Ух. Кстати, а там интересно, кто-нибудь заспавнился? И кто там заспавнился? Ух. Добрый вечер. Большой черепах. Клёво. Да уж. Вот ж тварь пугает-то как, а? Так. Ну, слушай, я прям... В том плане, что... А где мне их искать там? Вот здесь попробовать.
Вот это точно болото вообще без вариантов сверху. Ну, провод нижнее болото. Так, давай в зимку, вон туда. И с зимки вниз лететь быстрее. Здесь есть шанс, что будет не в болоте. Но... Но не в этот раз. Они прям по болоту тусуются. Прям по болоту тусуются. Здесь еще Рипер должен тусоваться вроде бы в этом районе. Ой, там еще красненькие тусуются. Придурок, сдохнешь! Отлично. О, я его забрал. Здорово. Так. Ну, а теперь с вами будем разбираться, да? Ну чё? Я про царя я ударил, что ли? Не, это лягуха его ударила. Прям очень повезло, что его схватили, и он также тусил. У меня аж два лампадога. Да, два лампадога. Чуть сам косомец. Ёпсоте. Прикинь, я смогу, если что, разводить, если мне нужно будет. Это означает одно, то, что мне можно это сильно не заморачиваться с поиском других. Да ёпсоте. Давай уже. Да ебическая ты сила, твою мать. Ты дебил, встанешь нормально на эту тобаную гору, имбецил. Так. Все, отлично. С лампадогами проблема решена. А, теперь мне нужно дудох найти еще. Голдудох. Ой-вей. Этих точно надо перетаскивать обязательно на Аргентависе. Так, надо проверить ловушку, закрыта она или нет. И скинуть лампадогов. Так, лампадошечки тусуются. Все, кристаллики добываются потихоньку-полегоньку. Все это нормально, все это хорошо. С этим проблем, думаю, не будет. Со временем, по крайней мере, появится энное количество. Что? Неплохо. Так, так. И давай меч сразу же разберу, чтобы он у меня не валялся, не мешался. А ресурсы лишними не бывают. Еще осталось снайперскую винтовку проверить. На урон. Что лучше? Моя винтовка или снайперская винтовка? Ну, у моей винтовки просто там урон 600, почти 700. Вот, поэтому вот это интересно. Ну, насколько хватило? А, ну только они делаются по два, отлично. Так. Да ёпрасто, семки тут жжжжжж. Все, там проверим урон потом. Сейчас мне нужно к додохам тусить. А, ловушку-то не проверил. Вроде бы закрыто все, да? Да, все закрыто. Потому что я последний раз выходил от седого. Да, все закрыто. Отличненько. Так, синему обелиску, я думаю, поближе будет. Так, отлично, вон голдудошка тусуется. Все здорово. Альфа Аргентавис. Так, что ты у нас требуешь? Через заглушение, исключительный корм, либо Silver Tier. Отлично. Так, тут у нас Элит Додо и Альфа Додо. Их тоже нужно будет обязательно томить. Томилка на базе. Сейчас просто туда-сюда стпхаемся. Вот, первый. Я сразу же забросился вниз. Faster Move Location. Да, почти схватил даже.
Ёпрсте. Так, а вы через что? А, пассив. И пассив. Окей. Ну, как говорится, пассив не пассив. А вот в томилку на базе лучше закинуть. Вот только еще бы... Так, отлично. Единственное, что я не помню, какой что дает ресурс. Голдудо. Голдудо-то я помню, что дает. Эй, тут логично. Эй, опач. Ну, я почти даже попал. Кстати, вот интересно, вот эта музычка. Музычка вообще, она без авторских прав, вот это вот. Гидубом одобренная, скажем так. А, вот интересно, чувак, интересно, автор придумал и музычку сделал с авторскими правами или нет? Ну, у него получается какая-то музыка с авторскими правами, какая-то нет. Лично его. А ты серьезно? Ты не цепляешься? Ну, окей. Не цепляешься, так не цепляешься. Так, погнали домой. Сейчас тогда так притомим. Мне всего лишь навсего нужен синий кибл. Благо их у меня полно. Давай вот этот, который одиночный. На всякий случай, чтобы никого случайно за собой не зацепить куполом. Ну, пассивное отопление, так что разницы никакой нету. Комсогнаты. Ну-ка, давай-ка, размочим их всех. Они точно не ожидали, что сдохнут от додохи. Отлично. Красава. Немножечко подкачались. На тебе хапашечку. Отлично. Так, Голдудоша. Голдудоша. Это последний. Запомнился, не запомнился? По локациям-то летаю. А, не судьба. О, их два. Еще один заспавнился вот здесь. Но там шанс, что сдохнет, очень большой. Так. Так, погоди, давай сразу же Аргентависа вызывать. А, дебил! Еще один заспавнился. Я ж не притомил еще того. Это он показывает, где моя база. Есть по-простому. О, дебил. Ну могу, могу, могу. Да, это я. Я могу. Так, Голдудо. Прайм Альфа Дудо. Прайм Альфа Дудо, он не там мибельный. А вот Элит Дудо, он там мибельный. Так. Давай. Вот сюда. Но ты и застрял. Так. Сейчас у меня здесь... Да, вот, две голдушечки. А ты у нас элиточка. И две элиточки будут. Пускай будут. Ай, тихо-тихо-тихо. А, этакий пассивный доход сделаем себе. Еще бы он схватился, вообще был бы кайф. Пассивный доход ресурсов. Да, он такой. Там мелко на базе. А теперь еще прилечу и завалю. Там хп мало. Может это? Что получится? Так, все, 4 это додохи. Хп мало, может что, какой ресурс с него получил. Сомневаюсь. По идее он должен быть ваншотным. Ну, 2 шота. Ну, 3 шотным. Он черный жемчуг тоже вариант. Альфа Блад, Ансиент Хьюд. Ну, его просто так и так не притомить, поэтому какая разница. Он уже, конечно, давно здесь тусуется. Так, так, так. Ну все. Погнали до дома.
тебя закидываем домой. А там киблы и томить. Да. Ты неплохо так в текстуру застрял. Ну, 1000. Лям хп, это будет очень даже нормально. Так, а что там нужно было по киблам? Я уже и забыл. Так, ну они не разбегутся, но лучше бы их здесь и оставить. Так, голдудо, голдудо. Здесь зеленый корм, а тебе нужен желтый исключительный. Отлично. Ну ладно. А, зеленый корм и исключительно желтый. Так, зеленого корма у меня полно. Всякого разного. Вот сейчас заодно освободен инвентарь. Исключительный. Исключительный. О, отлично. Я что, почти все киблы, что ли, потратил, которые это... Экстраординарный. А это экстраординарный расширенный. Просто он желтым почему-то покрашенный. Понятно, почему я думал, что экстраординарный желтый. Так, у меня остаются только синенькие киблушечки. Тоже вариант. Синенькие киблушечки, это у меня для альфа-додо. Так, ну у меня получается что? Ну окей. Вот так тогда возьмем. Даже вот так. Я Сильвера трогать не буду. Давай лучше так. На всякий случай. Надо посмотреть, сколько хп. Могу ли я завалить, оглушить, точнее, этим. Так, убираем. Яркость включаем. Так, с Марлотопсом. Отлично. Так, ты закройся. А то там медведь подглядывает. Так, и еще один киблушечный. Отлично. Пу-пу-пу-пу-пу. Да, лучше через верх. Лучше через верх. Так будет безопаснее. А то могу завалить, а голдудошечек на карте больше нету. Вот, это у нас идет. Я почти угадал. Так, поскольку ты там 3 требуешь, и... Ну ладно. Ничего себе у тебя с топором. Ну, я даже не сомневался, что так оно будет. И самое что смешное, пока я валяюсь, топор спадает с него просто вот, вот так вот. Дилк. Тут без вариантов. Только единственное, что нужно будет, выгонять ее сюда. Мишку. От мишки избавляться и выгонять сюда. Я не вывезу. Вот так еще раз их оглушать. Ой, застрял. Ладно. Сейчас разберемся. Мишку выселяем. Ну, он мешаться будет. И берем дилку. Да твою мать, а? Это самое, конечно, бесячее в этих дверях, это то, что вот... Они просто начинают толкать тебя. И куда хочу, туда и открываюсь. Хочу назад, хочу вперед, мне почти настроить. Вот примерно так, такого они мнения. Так.
Я каждый раз думаю, что нужно ставить телепорты, короче, кучу телепортов, и чтобы каждого Дениса телепортировать в свое место определенное. Меня раздражает то, что они стоят и тупят. Так, отлично. Отлично. Так. Ты у нас с исключительным кормом, да, питаешься? Отлично. Вот тебе один, вот тебе второй, и вот тебе бутыль, чтобы ты проголодался. Девяносто девять и девять, да? Это было смешно. Так. Да где? А во. Пью. Отличненько. Отличненько. Да. Урон они, конечно, в ответку наносят не кисло. Но это уже дело десятое. И вот это. Раз. Два. И три. Не. 99,9% это была другая фигня. И корм один сожрала. Просто так. Ну, могёт. Могёт. Чё поделаешь. Ладно. Всяко лучше, чем могло быть. Сразу ловушечку давай подготовим. Угу, отлично. Все, остается их скинуть и ждать, пока киблы появятся. В большущем количестве. Так, яркость вырубаем. Потому что мы на базе, здесь светло. Додошки, додошки, додо. Три додо. Золотых. Три додо элитных. Два элитных зомб додо. О, киблосик, киблосик. Киблосик — это хорошо. О! Альфа-ча забыл закинуть. Альфа что-нибудь вообще дает? Альфа-додо. Или я тебя просто так притомил? Интересно. Секунду. А, ну вот. Он как раз альфа-кровь и изготовляет. Просто здесь они у меня немножко перемешались. Как-то непонятно. Элит-додо, альфа-додо, элит-додо, альфа-додо. То есть здесь, если фанинут подряд... Элит-зом-додо, элит-зом-додо, и здесь все голд-додо, а эти как-то перемешались. Ну, бывает. Ну, в общем, сейчас с этим все хорошо. Хотя обсидиончик так уже не кисло. Красные самоцветы. Газ добывается, но я смотрю, мало добывается. Он добывается примерно как самоцветы, а газа нужно много. Вот, так что с этим как-нибудь разберемся. Ну, тут с газом-то вообще, я не думаю, что должна быть проблема, потому что вроде бы газ, да, делается вот так вот. Абсорбент, бензин, шелк, шелк, шелк. А шелк у нас герудильщика волокно. А абсорбент у нас делается из чего? Нефть, древесный сок и черный жемчуг. Кстати, с нефтью у меня проблемы. Чувствую, надо идти в подводку. У меня с нефтью проблемы. И, ну, герудильщика, это понятное дело. Откуда мне его взять там? Да, нужно будет в одной серии обязательно идти в подводу. Для того, чтобы лутануть все это дело. Кстати, что у нас тут? О, три пиваса. А я в начале этой серии делал пивас? Или в начале прошлой серии? Ну, в общем,
пару реальных часов прошло. Ну, 3 часа, может. И вот уже по 3 пиваса есть. Кайф! Я могу сделать, значит, себе супы на ускорение. Только вот осталось найти, где они у меня, этот верстак. А, вот. Суп, ворк. А, суп, бенч. Супчики. Так они и называются. Пам-пам-пам. Давай здесь поставим, где был генератор когда-то. И все, можно их спокойно ускорять. Кружка пиваса, лучше 2х, этого достаточно будет. И вот 8 кружек пиваса нужно будет, чтобы сделать 5 супов. В общем, нормально. Потихонечку, полигонечку, и будет все, что нужно, что мне надо. Но, как я уже сказал, по ходу дела мне нужно будет однозначно нырять в воду. Не, никто не вспомнился. Однозначно нужно будет нырять в воду и лутать там ресурсы, такие как нефть и... Ну, то есть подводные всякие ресурсы, короче. Такие, народ, пироги. Ну, и на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.